Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Край Эфир. В последней серии мы вылетели, но один из подписчиков во время моего видеообращения подсказал вариант решения проблемы, и, судя по всему, нам это помогло, и, возможно, в будущем мы бы испытывали еще такие проблемы, но теперь мы от них огорожены. Это хорошо. Большое ему спасибо. Как и вообще всем вам за поддержку, потому что положительных отзывов и пожеланий было просто море. Давайте посмотрим. Вот тут у нас в прошлый раз она сбайнула. А в этот раз у нас тут все прекрасно. Хорошо! Так, ладно. Тут у нас очередная сейв-кнопка. Давайте-ка мы сохранимся. Почему бы и нет? Сохраняться хорошо. Что за странная дверь? Эта дверь закрыта. У нас нечем ее открыть. Это печально. Все, что я хотел, это узнать, где ключ. Эй, ты какого хрена делаешь? Ой, только не ты снова. Подожди. Твою мать. О, черт. Это не тот ключ, о котором он говорил. Булава. Да ему пофигу. Тихо, братья. О! Так, я понял. Ну-ка, давай, остановись. Скотина. Ну вот таким макаром его убивать, короче, да? Так, ладно. Так. Так, подожди, что это? Куда это меня? Куда меня клонит? Что-то странно, как будто кнопка зажалась, но при этом все кнопки были свободны. Так, ну я понял, как его убивать. Он вот в некоторые моменты останавливается. Нельзя как-нибудь пропустить? А, вот все, хорошо, на Enter нажимаешь. Когда он останавливается, надо подбежать, покрутить какой-нибудь из вентилей. Да ты остановишься, нет? Вот, вот сейчас. Давай, 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 давай. Так. И вот сюда подпрыгивать, да? Нравится? Хе-хе. Опять несложный босс. Так, меня цепануло, нет? По-моему, да. Так, пока ты стоишь... Блин, по-любому надо туда пройти. Братюнь, иди сюда. Ну давай, ну. Ну и теперь ты пошел, как я начал уже подбираться к вентилю. Ну вообще это просто все. Так, давай, давай. Фу. Это вообще не сложно. Второй босс. И опять же убивается... Мне нужно найти что-то большое, чтобы вырезать этот ключ. Офигенно. То есть, вот когда у меня в прошлой серии была встреча с пятерыми, по-моему, тварями, этими мужиками, которые закованы в колючую проволоку. Так вот, это было гораздо опаснее, чем, собственно... Подожди, чего у меня чувствительность такая бешеная? Отсюда я пришел, по-моему? Да. Нет. Короче говоря, боссы местные что-то не такие уж и страшные. Я на них скорее отдыхаю. Уф, так. Нужно найти другой путь, написано. О, подобрал Ширева. Откуда я его подобрал?
Упал, что ли, лежал? Ну, пока будем экономить. Так, хорошо. Ну, вроде спокойно как-то, я не знаю даже. Хорошо. Еще одно ширево, нормально. Так, компьютер включается? Нет. Нет, к сожалению, не включается. Давайте от одной поторчим маленько. Хорошо, две сразу дают. Хорошо. Так, и берем обратно коткоствол в руки. Патронов, конечно, немного, но пока что он у меня в руках, мне спокойнее. Так, сейчас может быть какая-то подлянка. Я думаю, что тут никого нет, и сразу кто-нибудь вылезет. Так что надо быть осторожным. Я уже знаю прикол этой игры. Я же говорил. Твою мать. Слабаки. Слабаки. Хорошо. Так, ну пойдемте вырезать. Надеюсь, он не встал. Нет, лежит. Твою мать, какой уродица. Офигеть, ну блин, шейдеры на движке первом Half-Life, как они это сделали? Вот молодцы. Так, ключик. Нечего было глотать. Проржавевший ключ. Отлично. Так, теперь надо вспомнить. Вот сюда я только что ходил, да? Да. Оттуда я, по-моему, пришел. Значит, там туда куда-то. Ну-ка, давайте проверим. У нас сейф должен быть. А, вот, вот это, наверное, откроется. Давайте-то сохранимся. Так. Я был прав, нет? Да, давайте-то посмотрим, что там третья дверь дает. Сюда-то мы успеем еще пойти. А, он закрыл за собой дверь, понятно. Тут у нас доктор в противогазе был. Вон оно что, Михалыч. Блин, еще сейф. Да офигеть вас тут. Мы будем сохраняться, раздают. Дают, бери, как говорится. Бьют, беги. Че это было там? Вроде ничего не слышно. Вы видели, да, это говно? Здравствуй, Альма. Давно не виделись. Дверь не поддается и не открывается. Блин, чё, опять какая-то чертовщина началась. Ага, вот что проломил-то в прошлый раз, да? Что ты думаешь? Тебе нравится? Ты ничего не знаешь. А, если бы ты только мог понять. Я этого никогда не хотел. Или не хотела. А, довольно странный коридор. Я просто хочу, чтобы ты умер. Просто сдохни. Офигенно. Твою мать, она...
Давай, давай, братик. У меня здоровье кончается, давай быстрее, ну. Ой, блин, твою мать. Слушай, а может я умер? Это же меня машина сбила, вот это. Черт, что это было? Галлюцинации? Я с ума схожу? Черт. А мне нужно найти помощь, или, по крайней мере, найти путь домой. Интересно, кто этот больной доктор? Он, должно быть, что-то со мной сделал. Он носит противогаз, а я нет. Глава 3. Город небезопасен. Первым делом нам надо поднять здоровье до нормального уровня, а то у нас эти ручки замацали просто. Так, и теперь... Я надеюсь, мы, по крайней мере, выбрались из этого непонятного комплекса какого-то канализационного. Нет, хрен бы там. А так я не смогу подняться. Ладно. Или надо было просто Е нажать. Ну ладно. Ну, босса в данной игре это, по-моему, что-то смешное. Так, вино. Музыка спокойная. Странно как-то экранирует звук, как будто, я не знаю, в какой-то странной комнате, короче говоря. Так, сохраняемся. Может, ничего нет? Ну-то потом меня опять... Вот. В комментах заклюют, скажут, не подобрал, как ты мог. Мои любимые патроны. Нет, вроде нет. Блин, вот в такие моменты, вот безошибочно узнает Silent Hill, верно? Музыка спокойно играет. Но нельзя расслабляться. Так, вроде бы... Тихо. Ты в порядке? Тебе лучше прийти домой. Я начинаю волноваться. Так, это от мамы смс-ка. Постараемся, мамуль, постараемся. Так, ничего. Добрый день. Тебя не боюсь, когда у меня есть огнестрель. Поэтому какие проблемы, братень? Вот когда огнестрела не будет, я тебя боюсь. Так. Дверь закрыта, понятно. Ориентир, белый минивэн. Хотя это больше уже. И эта дверь закрыта. О, что-то произошло вообще. Часики где-то ходят. Улица Роланда. Так, говорит, что я могу добраться до подземки. Блин, не успел прочитать. Мне нужно на секс на Авеню направляться, он говорит. Ну, блин, это стопудовый Silent Hill, да? Так, мы где находимся? Ой, надо поближе пододвинуться к экрану. Мы вот тут находимся. Нам нужно вот сюда.
Ну, вам, конечно, не видно, потому что у меня на Fraps стоит выключено, то есть выключить отображение мышки, курсора. Короче, ладно, будем разбираться. У меня эта карта с собой взялась, нет? Нет. Говно. Твою мать, я туда не пойду ни за что. Не поддается. Так. Это что вообще за говнина? Так, патронов нема. Это пищална. Придется нам, похоже, в темноте передвигаться. Блин, я могу как-нибудь... Вот так пока как-нибудь... Ну-ка, я могу их одновременно взять? Нет, не могу. Ну, по крайней мере, на быстрый слот поставил уже хорошо. Ты говнина где-то тут находится. Прям за стеной. Так, вроде никого пока. Иди сюда. Один патрон. Печально. Еще патроны. Шикарно. А, мне бы не помешала сохранялка сейчас. Вот туда есть дорога вроде, да? Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уф. Выбираемся нафиг отсюда. Ты меня атаковать не будешь, братюнь? Скотина! А! Ты че, попутал, что ли? Слабак! Ты умудрился мне шайбу в висок зарядить молоточком своим. Скотина. Так. Все-таки вот так сподручнее ходить. Ой, подожди. Куда ты пропал? Офигеть. Сподручнее ходить, конечно, вот так, по местным вентиляциям. Как? Куда она вообще пропала? А вот тут уже можно будет достать ружье. Да подожди, что-то не режет. Так, давай-ка. О, ребята. Давай, 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 давай. Блин. Чё ты не лез-то, мать твою, за ногу, а? Я уж думал, сейчас все будет легко. А, блин, ну... Еще и патрон просрал в панике. Ладно, не самым лучшим образом. Я, конечно, сначала надо было осмотреться, а потом уже в двери тыкаться. Бежит.
Нет. Или это стоит? А, ну вот так я обошел как-то, короче говоря. Ладно. Фух. Вроде нормально все. Вроде ничего больше тут не лежит. Так, ну нам, походу, подниматься туда придется. Как бы мне этого не хотелось. Блин, я не могу перепрыгнуть, что ли? Да вы издеваетесь. Стоит ли тратить на тебя патроны дефицитные, нет? Да, стоит. Своим криком ты меня убедил. Хорошо. Блин, хоть что-нибудь мне еще дайте, пожалуйста. Типа там патрончиков, я не знаю. Что-нибудь. Вообще в этой игре печально, что не получается ни на что запрыгнуть. С одной стороны, конечно, можно понять. Но с другой не хочется. Потому что если бы я сейчас запрыгал на ящики, я просто оказывался бы вне досягаемости монстров. Но иногда так хочется оказаться вне досягаемости этих монстров, что понять и простить не получается. Так, куда я попал? Я слышу сердцебиение, меня это не радует. Ой, опять ты. Самые пока ненавистные твари. Один патрон остался. Как раз на тебя. Так, ладно, пойдет. Или пока повременить. Повременим пока. Так. Ну, вроде нормально. Так, о, отлично. По идее, можно было бы серию закончить, но сегодня я как-то не особо испуган, поэтому давайте еще поиграем пока. Так, вот что-то странное произошло. Полицейская линия не пересекать. Ничего на полу не лежало? Я опять прощелкал наверняка. Ну, вроде нет. Канал. Водосточный. Да вы шутите, мать вашу. О! Твою мать. Хорошо. Прекрасно. Че, мне от него бежать, что ли? Почему у меня постоянно после сейва куда-то он идет в сторону? И сейчас успокоился вроде. Давайте попробуем бежать. О, я выдохся. Я выдохся. Давай, 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 пошел, 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 пошел. Лабак. Ладно. Вот наверняка рано или поздно под одной из этих картонок будет замануха, оттуда выскочит какая-нибудь тварь, и я
испугаюсь. Поэтому надо быть готовым к чему-то такому. Рано или поздно это обязательно случится. Велосипед. Я не могу взять. Мне он сейчас не нужен. Как сказать? Я покатался. Так, и чё? Тупик? Хотел перезарядиться опять. Но вы видите, да, как у меня на автомате это происходит? Я бы сейчас просто профукал. А. А ты, мать... Да твою мать! Сколько патронов мне посрало, а? Кошмар какой-то. Так, мне, пожалуй, пора все-таки подлечиться. Хорошо. Нет, игру явно делали какие-то приверженцы наркотиков. С таким наслаждением он ширяется, просто это удивительно. И это, по-моему, не очень хорошо. Так, что за кафель кругом? Ой, опять начинаются, что ли, эти двери, коридоры. Я же боюсь этой хрени. Ух, тихо, тихо. Иди сюда, скотина. Тут что, такой же прикол? Нет, это не поддается. Тапочки. Ладно, пофиг. Патроны. Патроны — это хорошо, конечно. Поддается. А, в очередной, короче, жилой комплекс какой-то попали. Не открывается. А, давайте, знаете, как сделаем, чтобы в следующей серии сразу не вникать, не вспоминать, что да как, да где в этом комплексе. А, мы на этом эту серию прекратим. А, в следующей будем уже начинать исследовать данные помещения. Посмотрим, короче, что да как. В принципе, на этом все. Надеюсь, вам нравится. Спасибо, что подсказали решение этой проблемы еще раз. Спасибо за поддержку всем. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.